Там он еще на берегу байков. Тихо, стоять бояться, блядь. Что делать? Веслом ее, падлю, веслом. Так, отшельник, умоляю. Завалил? Какой там завалил с этой куколки, бля, а? Завалишь, у меня заклинил ствол. Вот все проработано. Блядь, заклинил ствол. Все проработано до деталей. Кстати говоря, они тут разбросик ушли. Учли, разбросик со стволов. Если ствол у тебя так в не очень хорошем состоянии, не почищен, то есть надо следить. Разбросик есть при стрельбе, ну типа как в сталкерке. Поняли, да? Не точно в цель все патрон летит по траектории полета пули, а разбросик канает. Это плюс к игре. Молодцы в этом плане. Ну да ладно, это не важно. Там Артем сюда, чувак какой-то ждет. Че ты не мог отстрелять ее? Ты живишь, я в полной заднице. С пукалкой стою, там юзаю. Он Артем сюда, блядь. Ай, блядь, что за херня, блядь. Рыбакит, мать ее, а? Рыбакит нарисовался. Ох ты, блядь, да там целый динозавр, блядь, этих доисторических времен. Вы видели, а? Какая пасть. Он заглотит сейчас меня, да? Птеродак, не птеродактиль, как их называют? Вот, вспоминаем. Ну-ка, давай. О, выбрался, класс. Целая махина с девятиэтажный дом плавает, блядь. Типа кита какой-то, да? Нихера себе, там мутация. Это, блядь, чё было? А ты чё, не видишь, что ли, дурилка, блядь? Это, блядь, чё было? Здоровый, а как ты хотел? Смотрим. Здоровый. Меня вообще старик в дозор отправил. Ну, говорит, а чё сиди ты? Тихо, приключений на жопу себе не ищи, без крайней необходимости не вмешивайся. Вот я за тобой и смотрел. Ну да, ты со стволом с таким не мог мне... С оккупантами, я так понял, ты по-тихому управился. Молитвами и крестным знаменем? Ну да, получилось. Только за бороду Силантия Аня не уже взял. Рассказала про сектантов. А может, поменяемся с тобой, а? А то я так и вернусь в Москву, не сделав ни одного выстрела. Да я с удовольствием, мужик. Я девчонку там у барыги одного отбить пытался. Да где там? Я с удовольствием. Почему, если веселуха какая-нибудь, так всегда другим? Вот мельник на тебя гонит, а все самые горячие дела тебе. Хрен знает, любит так или сосвету сжить хочет. Ну, дальше вообще, что делать? Вообще, конечно, это нечестно. Выдернули меня из Москвы, и что? Сначала уголь в топку кидай, теперь в болоте сидим. Ну да, нам на него даже внимание обращать. Ну давайте послушаем все диалоги, о чем они говорят. Историю. Слушай. Домой привезти. Глянь, то есть работаем не спеша. Мне только оставь там чего. Так, самолет, самолет. Ага. Ну, самолет сейчас обыщем. Ты со мной? Креветки еще достают эти. Креветки, да это больше... Ну, креветки, да. Креветки я бы назвал раки. Это речная местность, наверное, просто... Че он там кукарекает, а? Пойдем расскажешь по пути, исследуем самолет лучше. Будешь мне прикрывать задницу. Где ты есть? Ладно. Тебе двигать надо, наверное, да? Ну, надо, ну пойдем вместе. На свой бинокль наводит. Сейчас будет оспепелять взглядом. Кстати, бинокля-то у нас нет, да? Ночного видения прибор интересный. Ну, тоже, наверное, будет, но пока нет. То есть, все, великолепно. Всех приветствую, друзья. Продолжаем шевелить эту гадость. И будем очень все не спеша досконально. Эту локацию я планирую везде побывать. Зачистить до талого. Ну, то есть, не спешим по основным сюжетным. Все вот эти варианты. Слушаем диалоги внимательно. Где-то они будут нам, возможно, предлагать какие-либо вещи там найти. Ну, как обычно в подобных играх. Мы все это с вами попытаемся захватить, реализовать, оценить, блядь, и все сделать. Не спеша и, соответственно, это. Так, вспоминаем. Я уже сколько не играл, у нас же два этих. Соответственно, это зарядки все, как что, да. Подзарядить там, противогазы, эти, менять фильтры. Ну, все-все-все вспоминаем. И потихонечку начинаем в этот, проникать, обживать мир. В смысле, я имею в виду погружаться в эту атмосферу. Так, бля, а вот вам и аномалия, да. Электроаномалия там, электро, да. Как в сталкере, помните, электро. И здесь тоже плазмоид. Ребята, смотрите, громадный плазмоид. Шаровая молния, да, какая-то двигается. Я вам что говорил, все канает. Вот все до мелочей. Аномалии, радиация. Ой-ой-ой, это что за херня такая. Вы видели, да, он креветку, креветку атакует. Плазмоид. Ребята,
плазмоид атакует креветку. Ну, это так сейчас на современном называем, и как плазмоид, вот эти все, эти, они и сейчас, эти электрические молнии, так сказать, популярны, эта тема стала, обратите внимание, да, многие наблюдают вот это вот. Соответственно, это, видишь, они насытили, то есть, такими аномалиями, наверное, не только электро, еще какого-либо будет такая же, типа, это, да. Так, и самолет. Мне, наверное, приближаться не стоит. Ну, само собой. Держаться на стороне, обходить за 3 километра этот плазмоид. Он креветку атакует, друзья. Видите, да? Ну-ка, поближе, если подойти. Блядь, он меня атаковал. Валим отсюда. Видели, да, плазмоид? Вообще бомба, а не игра. Глянь, что произошло. С одного этого, одного заряда хватило. Сейчас меня еще раз и все. Видите, да, что творится? У нас есть чем пополниться-то? Есть чем? Одного раза и все. Атаковал моментально. Ну, как-то так, будем разруливать. Лечимся по-быстрому. Плазмоидик атаковал, ну, вообще класс. Ну, а чё, ну и делайте тогда Сталкер 2, раз у вас так великолепно открыто. Ну, здесь не открытый, опять же, здесь нифига не открытый мир. Да, локации, по локациям будем дергаться, такой полуоткрытый. Вот это вот локация, там еще несколько, все читали. За эту игру. То есть там, конечно, такого нет, что прям огромный открытый мир. Но все равно, все равно. Сталкер у нас тоже по локациям разделен, да? Кордон там, свалка. Так бы и здесь можно. Вот эта команда пусть бы и делала Сталкер 2. Допустим, вот эта локация, деревня. Следующая, допустим, там какую-нибудь локацию. Тоже. Слушай, он где-то здесь преследует меня. Вполне себе ничего, они молодцы. То есть это, преследует плазмоид, от него, наверное, не уйти, да? От него ты не уйдешь так просто. Как-то, может, их можно нейтрализовать, влияние этих плазмоидов на нас? Возможно, я, конечно, не уверен. Нас этому вполне... Но здесь нас, конечно, на этом уровне ничему не научат. Придется самому сращивать. Но, возможно, от них как-то можно уходить. Или, не... еще раз говорю, нейтрализовать, да, вот эту вот молнию, которую он в меня выпустил. Так, давайте понаблюдаем, будет он за мной двигаться или нет. Вообще, будет он меня преследовать, этот плазмоид. Зайдем здесь, все обыщем. Соберем сети. Да, я чуть-чуть посидел, поковырял. Сейчас мы еще будем, поймем там разбор. Ну, то есть, да, это получается вот эта колба. Это у нас на лекарства идет, на фильтры там. И мусор гаечный. Весь мусор собираем, соответственно, на все остальное. Также можно разбирать. Я так чуть поковырял. Разбирать и собирать. О, бля, он меня преследует, друзья. Тихо. Отходим. Если он сейчас сюда залетит, мне кукан. Моментально уработает, я думаю, да? Если он сейчас сюда прям залетит, как я... Вот, смотри, магнитофон какой-то нашел. Слушаем. Да? Какая-то кассета. Тихо. Глупо вышло. Надо было на том поле садиться. Ага. Хотя тянули, команда, ведь и долго тянули. А тут лэп. А вообще, какая разница? Отсюда нам до Москвы точно не добраться. Я так стою, чтобы вам слышно было. Не хочу я, друзья, субтитры включать, они портят. Ну, как по мне, портят всю атмосферу вот эти, блядь, это. Я начинаю чтением заниматься. Будем обживаться тут, слушай, раз уж живы остались. Думаю, так все, на мосту, да, вроде места доступно, ну, в смысле. Не затопит. На мосту, слышали? А там, может, где-то на мосту, возможно, он найдет. Посмотрим. Хорошо, хорошо. Будем иметь в виду, где-то есть мост тут рядом. И там, ну, они уже, наверное, все не жильцы, я думаю. Ну, пусть еще так для... включим. Так, давайте, там плазмоид все-таки извращается. Я думаю, он, наверное, сейчас не даст нам прохода. Не смогу я выйти отсюда, да? Слышите? Ага, короче, есть выжившие. Будем искать. Будем искать. Так, тихо, стоять бояться. Стволенский нарисовался с обвесами. Опа. Похоже, я обвес снял, да?
Патроны обвес снимаем, да, и потом на столе, я смогу этот обвес поставить себе, да. Можно было, конечно, сразу ствол поменять, но там непонятно, в каком он состоянии. Мой-то, наверное, получше все-таки. Ствол-то сам убитый, да, сравнить, конечно, можно. Надо было вначале взять его, сравнить, какой лучше. Так, вот еще, да, еще какая-то приблуда. Опять же, на столе будем разбирать потом. Я имею в виду сравнить ствол, да, мой с этим стволом. И сразу уже с обвесом бы взял. Ну да ладно, судя по всему, я снял этот прицел. Патроны забрали и прицел снял. Значит, мы сможем, скорее всего, поставить. А на столе все это дело потом смастырить себе, воткнуть. Так, подожди, давай еще раз тут глянем. Ну, то есть, вот это вот я, в принципе, понял. А, ну и на стволах, вы видите, этот восклицательный знак, это, скорее всего, уже то, что мы можем поставить, там появилось. Какие там обвесы, не обвесы. То есть, соответственно, все это на столе. Ну да, так и есть, так и есть. Будем изучать, а как вы хотели. Раз нам подсказок нет, вот так вот будем тормозить немного. Не обессудьте, кто в нетерпении. Ну, тут будет у нас другое прохождение. И, соответственно, я самостоятельно нигде там не лазю, не смотрю прохождение. И, соответственно, проходим, ну, то есть, узнаем все по месту. И, соответственно, все это может затянуться. Но по-другому никак. Ну-ка, подожди секунду. Сейчас я проверю. Че к чему? Так, урон, стабильность, да? Скорострельность, магазин. Ну да, то есть сейчас ты ничего не сможешь сделать, тут проверяй, не проверяй, нет подручных средств. Подручные средства, это скорее всего и есть эти столы. Ну, чтобы нам убедиться, точно сейчас я не могу, да, никак ничего воткнуть, никакие, соответственно, дополнительные, самостоятельно это надо именно отдельно. В рюкзаке мы что? В рюкзаке мы смотрим состояние, делаем там, наверное, так, на ходу, что он может сделать? Аптечку, наверное, фильтр смастырить какой-либо себе, да? Соответственно, по мелочи, мелочевку, иными словами. Все остальное такое, которое требует больших усилий, это на столе. Это на столе, скорее всего. Не факт, конечно. Ну, там, если что, черканете. Но я думаю, что да, так и есть. Берем, и мой ствол получше видели, да, там немного показателей. То есть, соответственно, все более серьезное на столе, а мелочевку там, типа фильтров и аптечек, это, скорее всего, можно, ну, по ходу дела все он создает. Ладно, все, мы с вами получили информацию. Потерпел крушение самолет. Некоторые из пассажиров, возможно, эти, из команды выжили, да, и двинулись в сторону некий мост, в сторону моста. Вот я сейчас предлагаю не спешить в лагерь нам торопиться, да, а попробовать найти этот мост, наверное, где-то рядом, потому что все подранены, да. Смотрите, все пустые ящики, вот вам и уровень мы выбрали, все пустое, ни хера мы тут не найдем, патронов минимальное количество, так что будем экономно подходить, в крайней необходимости открываем огонь. Практически игру будем ползти вот таким вот образом, ну вы видите, да. То есть патрон ушли в сторону. Не открываем, на рожон не лезем, да? На рожон не лезем. Патронов минимальное количество здесь. Так, тихо. Там он уже тихо, слышите, да? Наши, наверное, отстреливают креветок, да? Или твари отстреливают. То есть вот так вот, как они стреляют очередями, у нас не получится. С нашим запасом патронов имейте в виду. Работаем втихаря. Мы уже с вами уяснили, если крайне точно бить, допустим, в голову, достаточно одной таблеточки. Одной таблеточки в голову. Ну, по крайней мере, этим, NPC, да, обычным людям. С мутантами еще пока не ясно, как тут. То есть, только в крайней необходимости. Экономим. Так, тихо. Ну да, вот экономишь, блядь. Ну подожди, подожди, сейчас мы срастим. Мне надо еще обжиться, блядь. Чтобы геймпад, кстати, у меня... Как вот в Red Dead, ну. Поначалу там тупили, а потом, блядь, их как направо и налево всю эту гадость расшевелим. Так, вон креветка. Что с ней делать? По идее, можно шмалять, но мы этого делать не будем. Пусть плывет себе, она нас не трогает, мы ее не трогаем.
Тем более нет смысла их шмалять направо и налево. С них мы ничего, я так понял, с них мы ничего не поимеем. Ну, то есть ничего не снимешь ты. Ни мясо там, так, тихо, здесь радиация. Ни мясо, ни какие для ингредиентов он не снимает. Здесь такого нет. Чтобы там отдельно там, да, снимать с этих, с тварей какую-либо это. А, вот, смотри, что там впереди? Это случайно не лагерь? Вот, смотри, она даже не реагирует. Она не реагирует на нас, креветка. И мы не будем тогда торопиться. Так, тут уже поработала команда. Скорее всего, вот это и есть их лагерь, да, выживших. Лагерь выживших из самолета. Давайте осматривать. Смотри, мощные крабы. Наверное, блядь, сколько надо патронов, чтобы завалить такую махину, блин. Какие-то раки, да, мутированные. Да, так и есть, наверное. Ну-ка, дневник. Сейчас мы почитаем. Снимаем, да, все. Двое выживших. Не, ну может это не они, но сейчас мы узнаем. Давай пока осмотримся. Да, похоже, что они. Сиденье, да? Похоже, что они. Так. Где у нас что? Дневник. Так. Плесневелый журнал. Говорят, любая посадка, после которой уходишь на своих ногах, удачная. А что тогда у меня получилось? Хотя, конечно, могло быть и хуже. Остальные трое так поломались, что ходить еще долго не смогут. Хотя Шурка и Коля отделались синяками. Коля сделал шину, так что ногу мою с грехом пополам собрали в кучу. Болит, сволочь. Дело плохо, кругом болото. Так что до деревни, которую заметил Шурка, нам не добраться. По крайней мере, пока не проложим тропу. Так что на ближайшее время придется устраиваться здесь. Лагерь мы худо-бедно организовали и перетащили раненых туда. Но из самолета вовсю течет топливо. Так что надо спасать и барахло, пока оно не загорелось. Хорошо, хоть комаров тут не водится. А вот что-то другое определенно водится, и ночью оно оставило следы в грязи. Ничего похожего мы раньше не видели. Хорошо, у нас есть ружья, а то черт его знает, что это за твари. Надо бы электричество организовать на случай, если ночью заявится. Может получится сделать привод к аварийному генератору от велосипеда из багажа. Эти твари сожрали Колю, он пошел снять генератор, и они его сцапали. Огромные серо-зеленые твари на богомолов похожи. От ружья никакого толку, картечь просто отскакивает. И главное, спрятались, сволочи, будто знали, где его ждать. Эх, Коля, зря мы полетели. Варианта 2. Отправиться в деревню за помощью сейчас или сначала дождаться, пока кончатся припасы. Ну, хоть поразмыслить время есть. Твари боятся огня, и пока горит костер, к лагерю не приближаются. Шурка говорит, решать не, остальные все равно в бреду. Но как он держится-то? Я все никак не могу забыть, что случилось с Колей. А тут еще температура колотит всего. Шурка ушел, записку оставил. Гад, ну какого черта? Только бы добрался до суши. Ну, как-то так. Вы видите наглядно, твари... А, вот еще. Ночью ползают вокруг, щелкают челюстями, жуткий звук. Спать не могу, надо поддерживать огонь. Хорошо, Шурка хвороста натаскал, остальные лежат, но у меня температура немного упала. Так что... Хватит с меня, спать не могу, завтра попробую пройтись, надо хоть хворосту еще набрать. Шурка, гребаные твари, рюкзак его метрах 100 от лагеря нашел, еле доковылял обратно, пока не заметили гниды поганые. То есть это, друзья... А, так, дальше, правда. Ползают вокруг, хлопают в грязи, клешнями щелкают, с ума просто сводит. Хорошо, остальные по большей части в отключке. Хоть они этого не слышат. Опять колотит, не знаю, сколько продержусь. Огонь потрескивает, вроде и неплохо, а вот температура у меня, похоже, поднимается. Не знаю даты, нога вся черная, ручку держать тяжело. Заточил пару длинных палок, дал ребятам, может отобьемся, твари все ближе. Больше не могу.
17 июля 28, разорванная записка. Дима, ты сам знаешь, я обязан попытаться, я же один на ногах, а ребятам без помощи точно каю. Не дергайся и даже не думай выступить в своем обычном стиле, как в тот раз, скоро вернусь. Ну, как-то так, бояться огня, самое главное, мы уяснили, эти твари. То есть, если даже будут прессовать, да, там раз отбежал, скорее всего, так и есть, так и есть. У огонька они к тебе не подсунутся. И можно смело, ну, то есть, разжег вот здесь вот, да, если даже они начнут прессовать, рядом находишься и отстреливаешь. Ну, так, чтобы не сожрали, скорее всего, так. Ну, конечно, если такие детали они учли, возможно, это просто так. Для текста обозначили, но я думаю, что учли. Так, ну нам в лагерь, пока тишина, ничего нового не появилось, но будем исследовать все, видите, в принципе, такая локация для исследования мест много, поэтому сейчас, раз мы уже рядом с этим, с лагерем, давайте, наверное, поднимемся, послушаем, что скажет, что нам вообще ребята поведают, да, какую-либо информацию, ну и дальше будем двигаться. То есть намекнул, разожги костер, возможно, это действительно намек. Ты раз костерок разжег там у точки, если твари те же стражи прессуют, они к огню не сунутся. Ну, вокруг будут ходить, дожидаться, пока ты отойдешь от огня. Если они так сделали, вообще великолепно. Ну, поняли, да, представь ты, у тебя 5 патронов, мы с вами бежим на бегу, жопу рвем, блядь. Отваливаем от стражи, их там, допустим, 10 тварей за тобой. Ты раз видишь костерок, моментально зажигаешь ствол на фокс, на это, держишь, блядь, напряги. Все это быстро, да? И начинаешь отстреливать, а костерку они, скорее всего, к огню не суются. Если здесь так сделано, то это тоже классно. Понаблюдать все будет. Динамично. Ну, иными словами, проверим этот момент. Так, все, мы в лагере. Давайте осматриваться. Послушаем, сейчас будем каждые диалоги досконально, как сколько вложили труда разработчики. Послушаем вообще, насколько вот и Артем, хоть и иностранец. Живой! Живой. А то нам князь тут таких ужасов понарассказывал. Ага, слушаем. Идем, тут как раз папа с Катей разговаривает. Так. Они клевые. И Катя, и дочка ее. Катя еще и медсестра, кстати. Так, ну это тех, да, это... Катя, спасибо вам за сведения, но я хотел бы задать вам еще один вопрос. Да, конечно. Что вам известно об оккупационных войсках? А? Простите, не понимаю, о чем вы. То есть иностранных вооруженных формирований вы не встречали? Простите, нет. Ну, мы нигде особо и не были. Глушь одна, ты только... Ну да. А, понял. Артём, подойди-ка. Так, ладно, Артём, не спешим, спасибо послушаем. Вам. Если бы не вы, нам бы точно не уйти. А так они все отвлеклись. А там и Аня нас встретила. Да, дядя Артём, спасибо. И жена у вас хорошая, добрая и красивая. Вот. Вот, Тёма, я тебе всегда говорила, как тебе со мной дичайше повезло. Нам с ней всем повезло. Знаешь, как она стреляет? Хорошо бы твоя мама с нами поехала. Была бы у нас команда. Одна лечит, другая калечит. Катя, Настя, чуть-чуть, конечно, идите с реакцией подтормаживать. Ну, это ладно. Локализация в самую последнюю очередь была. Там проблема какая-то. Все вы знают. А вы, так, Катя, откуда вообще родом? Слушаю. С Южного Урала. Пару лет назад услышали, что место на Волге есть хорошее. Вот и приехали сюда. Кто ж знал, что тут сектанты власть захватили? А раньше, говорят, тут хорошо было. А вы с мужем приехали? Нас 15 человек было, а сейчас только мы с Настей остались. Простите. А ты чего куксишься? Чай невкусный? Вкусный. Да, как горгулья налетела, Настя Мишку потеряла. Горгулья. А та, видно, решила, что живое. И унесла. Демоны на Не переживай. Да? Найдем мы твоего Мишку.
А мы в Москве этих тварей демонами кличем. Ну да. А вы вот горгулями. Интересно. Это да. И откуда они только такие на нашу голову? Ну, радиация, химическое оружие, опять же. Вот природа и не выдержала. Ну, думаю, ну, демон да. пострашнее враг. Любого стража будет, да? Потому Силантию тут все в рот ну, и заглядывают. Не мудрено, если каждый день воевать. Такое видишь. Жалко их, дураков. Живут в потьмах, мрут в потьмах. Болеют, харкают. Я училась на медсестру. Да Силантий слышать не хочет, чтобы лечить полностью, кого. Полностью, да, пока не замолкнут. Господь говорит, своих подход прибирает. Такой к игре. Одна забота досконально, у него. Тщательно. Как помрут, рыбе ты скормить. Подход. Так, мол, точно в рай попадут. Поняли, да? Я пыталась, пока конечно, не замолкнут, что-то сделать, но куда там? Грех. Ну и погружай. А потом для погружения на колокольне запер. И главное, из-за чего? Из-за фонарика электрического. Мне фонарик дядя Крест подарил. Ага. Но Силантий ругался сильно и разбил его. Разбил. А Креста анафеме предал. Вот тот в порт и убежал. Там зверолюди, и сектанты туда лезть боятся. А Силантий еще маму на себе женить хочет. Но она не хочет, он старый и противный. Бе. Да. Про брак у рыбы этой чертовой никаких заповедей нету. Еле дочку отбила. Мерзко от него, бесноватого мерзко. Вы ведь вытащите нас отсюда, заберете? Заберем, конечно. Не переживайте. Отца Силантия мы еще, я думаю, за бороду ущипнем. Придет его время, его час. Так, что здесь, ребята? Там сейчас подруги, не спешим к нашему. Артем, зайди после так, бати тихо. Ко мне. Ага. Тут тебя подарок дожидается. О, мужик, ты меня порадовал. Подарком я всегда рад. Так, подруга ничего нам нового не расскажет? Как кстати, что Катя медсестра. Ага. Легче будет отца убедить взять их. Я к нему позже на этот счет подойду. Хорошо. Да и видно, что ему самому не хочется их здесь оставлять. Но он так зациклился на поиске этих оккупантов, что ни о чем другом и думать не может. Ладно, ты подойди сейчас к нему. Он вроде хотел что-то. Так, что тут у нас? Кто что скажет? Привет, здорово, Артём. Пацаны. Здорово, здорово, Артём. Здорово. Ты там молодцом выступил, наслышанный. Ну да. Кого стреляли-то? А мы тут это, окопались. Ну я слышал, я слышал. Оккупантов ждем. И уже видели? Пока, правда, только на четырех ногах или с крыльями были. Ага, на четырех ногах какая-то тварь, скотинились от да? нашей экологии. Ну и типа какие-то шляются поодаль. На бандитов похожи. На бандитов? Ух ты, класс. Кстати, Алексей, друг мой. Это меня радует. Катерина, которую Артем с Аней привели. Так. Она ведь медсестра, может, продемонстрируешь ей свое ранение? Заодно и познакомитесь. Ага, как же. Там Степан уже хвост распушил. Куда там мне? То есть все слушаем, это же увлекательно, да? Вот так вот мы рвать, метать будем в других играх. Здесь увлекательно даже вот эти все диалоги их послушать не спеша, да? Что, о чем они говорят? Это что же труд? Так, Ермак. Ермак, может ты нам... Эх, что ж с тобой да. делать-то? А, ну он пытается там разобраться. Да? Заменить я бы еще заменил, да нечем. Надо чинить, а я тут пас. Ага. Не знаю даже, как подступиться. Это ж специалисты в мастерских такие вещи. Ну, как-то тебе придется все-таки репу почесать. Разобраться со всем этим. Так, ну ладно, Артём, слушаем. Молодец, что спас их. Катерина сообщила нам важную информацию. В порту вскрывается некий крест. Ага. Механик. Его помощь нам необходима, чтобы привести Аврору в порядок в разумные сроки. Ермак один не справляется. Ну, я уже послушал, он мне сказал. Так что, как будешь готов, давай в порт за крестом так. и сразу обратно. Хорошо. Будем думать, что с этими святошами на мосту делать. Как обстановка? А теперь мы точно знаем, что мост в работоспособном состоянии. Так. Они по нему сюда год назад перебрались. Но хоть что-то знаем. Потому что в целом только запуталось все сильнее.
А, оккупантов именно здесь может и вовсе не быть. Они наверняка держат только ключевые районы. Это само собой. А, в любом случае, добравшись до Ямантау, мы узнаем в этой жопе все будет из сидеть? Источника высочайшего уровня. Руководство Москвы — это так, местное самоуправление, по сути. Так что сейчас нам нужно как можно быстрее преодолеть этот проклятый мост. Наша задача — найти Креста, так я понял? Где-то в порту, ребят. Ну, это далековато. Еще на 10 серий, пока мы, наверное, для этого порта доберемся. Учитывая, как мы двигаемся, вы видите, да? Но тем и лучше. Будем смаковать игру. Будем смаковать. Да, да, я понял. Так, ну что за подарок, мужик? Как тебе рюкзак-то? Рюкзак неплохой. Не трет, не давит? Неплохой крепление рюкзак. Не бренчат? Что еще предложишь? А у меня тут для тебя подарок. Показывай. Тихарь, о, помнишь? Ох ты, тихарь, пневматика. Пневматика? Я помню. Но мощи конечно хоть отбавляй. И пули к нему легче легкого делать. Хоть на коленке. Главное, давление в баллоне держи. Да. А то не выстрел получится, а пшик. Это да. В остальном, кстати говоря, безотказная штука. Кстати говоря, уж друзья, сколько проходил те части, никогда так особо не помню. Так что, ну, говорят, носись честью. На него, похоже, всегда у нас будет достаток. Ну и не забывай ко мне заглядывать периодически. Хорошо, договорились. У меня тут еще есть кое-какие идеи, как его улучшить. Да, понял. То есть это, я никогда особо этим стволом не пользовался, даже и в тех частях. Но я к чему говорю, то что, по крайней мере, если не будет патронов на основные стволы, всегда, я так понял, может самостоятельно делать, да, там эти шарики. На ходу ты можешь смастырить из подручных средств, и у тебя всегда будет чем отбиться. То есть в баллоне напряг держать, чтобы, да, по максимуму урон был, и, соответственно, вот заодно попробуем. Скорее всего, придется в этот раз нам его поюзать, если нам будет не хватать патронов, да, тут, скорее всего, так и будет, поэтому придется, наверное, как-то его использовать. Ну, хорошо, спасибо тебе, мужик. Спасибо за подгон. Так, он у меня третьим, да, ну то есть три ствола, значит, можно таскать, да, смотрите, открылся третий слот, я думал, два ствола всего даю, пистолет и этот, основной, да, основные два оружия, ну значит, третий можно, но это, скорее всего, тихарем будет, его уже не поменяешь, да, он постоянно с ним будет. Ну это мы проверим. Так, что еще, осматриваемся, друзья, не спешим, осматриваемся. Соответственно, где-то стол же есть. Стол где у него? Чтобы нам осмотреться. Пока он потом покажет. Он говорил нам за стол, я не помню в прошлой серии. Ладно, так, а что на карте? На карте у нас, блядь, далековато этот порт находится. Ну, наверное, пока тишина, да. Первый контакт с немосковской цивилизацией не удался. Местное общество не приемлет технологии. Встреченная мной семья проговорилась, что в порту живет еще один путешественник, не поладивший с местными. Зовут его Крест. И на нашу удачу он умелый механик. А Ермаку, чтобы отремонтировать Аврору в разумные сроки, обязательно понадобится помощь. Полковник готов предложить ему место на борту Авроры. И я уверен, что Крест не откажется поехать с нами. Класс, некий Крест, друзья. Вот это предстоит нам приключение. Так, мужики, как дела? Все нормально? Ну, видимо, все нормально. Артём, так, тихо. Фон. По пути в порт есть одно место. Ага. Аж зашкаливает. Так. Так что лучше возьми лодку. Мы нашли, пригнали, стоит под мостом. А, даже так. Ну если много... монстра не боишься. Нам князь уже рассказал по радио. Артём, боится? Это ты хватил. Да и монстр этот, просто сон. Иностранец, ребят, смотрите, у нас в команде. Осадки после войны все в реки ушли, а там выл. А самые рыбы донны, вот и переродились. Я, кстати, когда тихонечко мимо лазал, он ничего не трогает. Ну и вообще, думаю, если не шуметь, он не тронет. Это же не крокодил. Я уже это помню. Ты их, кстати, видел? Видел. В Америке свои. А, вот это к нему, да? Там не в Америке. Американец, ребят, смотри. Как медведи в России. Ага. Хотя во Флориду я как-то ездил. И был там на Alligator Farm. Но с тех пор, как Marines поступил, ни одного не видел. Middle East, Москва, посольство, да. Я слышал, тебя мельник от расправы спас. Ну, как началось?
Да, но если честно, не хочется об этом говорить. Так, ну хорошо, знаете, что я вам скажу, друзья? Навряд ли мы с вами будем двигаться на лодке, пока я предлагаю на своих двоих. На лодке мы покатались, там эти креветки, конечно, покой. Давайте-ка обыщем территорию, хабарок поищем, да, подымем. На лодке особо-то и у нас не получится пока двигаться. Надо разживаться. Артем, что, в порт да, собираешься? В порт. Что такое? Рассказывай. Людей там нет. Я, по крайней мере, не видел. Нелюди есть. Так что будь осторожен. Нелюди, да? Это кто осторожен? Артем? Великий победитель черных? Артем, я бы так... убей их там всех. Да. Ну, какие разбежаться не успеют. Я бы не был таким уверенным, да? Великий победитель черный. Там метро, там мы в метро. Здесь на открытой местности сколько этих тварей повсюду, разных причем. Будет уже посложнее. Так, нет, нам, наверное, в другую сторону. Ну, то есть, вы поняли, да, лодку пока мы не будем использовать. Значит, скорее всего, можно и так двигаться. Кто хочет на лодке... На лодке минус, видите, да, мы тогда не сможем обыскать, найти. Нам же надо с вами все-таки разжевать патрон, добывать эти все приблуды, припасы, чтобы так более или менее все было на мази. Поэтому, конечно же, мы, наверное, это, будем пока на своих двоих, по возможности. Там будем смотреть, как лучше, да, или на лодке, или же самостоятельно. Так, ну что, ночью двигаться? Наверное, ночью идем, да? Поспать я что-то... Поспать-то мы... Наверное, не знаю, можем мы поспать, нет? Чтоб нам с утра, но, скорее всего, пока нет такой возможности. Так, тихо, друзья. Ух ты, там вон тварей сколько. Сотри сюда, а? Вот она, первая тварина. Вот. Ну, блядь, наверное, с ублюдком ты не справишься с такой мощью, а? Зверина поду. А давайте попробуем. Ну, убьют так убьют. Сохранка-то здесь. Просто попробуем. Ублюдка, работай. Сколько надо, блядь. Сколько надо. Пробуем. Бля, там еще одна. Да. Вот так вот. Одной таблеточки, как из пули. То есть, вообще, тут жопа полная. Мы будем рвать и метать, конечно, как мы любим. Но, как вы видите, моментально сжирают. Просто на раз, блядь. Ублюдок свой спрячь куда-нибудь, выкинь вообще. Сюда надо дробовик какой-либо. Наверное, дробовик будет вообще классно уничтожать. Стаи стражи часто встречаются на просторах. Поехали. Будут часто нас убивать. Так. Да, еще и по ночью. Да, ночью-то их больше, скорее всего. Намного больше этих тварей. Так, нужно 5-20. Да, надо сделать, наверное, аптечку одну, да? У нас только одна. Можно еще даже одну. И еще одну. 4 аптечки, да. Вот за этим надо, стоит следить. Ну, то есть, вот этот вот хлам надо собирать. То есть, 20 этих надо, чтобы сделать аптечку, да? И 30 этих, чтобы сделать этот, блин. Так, это что такое? Чтобы сделать фильтр, да? То есть вот то, что мы сможем сразу на ходу сделать, ребят. Все то, что мы можем сразу на ходу сделать. Вот эти шарики, да, наверное. Шариков понаделать на пневматику. Если вдруг патронов, чтобы патрон не тратить. Да, так и есть, смотрите, собрал 40. То есть проблем не будет с этим. Хотя, с другой стороны, непонятно, насколько эффективны будут эти шарики против стражей, блядь. Да, может, это для него как комаринный укус, все эти шарики. Так, а хлам, наверное, можно разбирать, да, чтобы пополнить этот ключ. Ключ. Скорее всего, хлам разбираю, чтобы пополнить ключ. Да? Стопудовый факт. Так, как там на него переключить? Ну, то есть, я к чему веду? Ладно, мы поймем сейчас, чтобы долго времени не терять. Ну, если чего, какого хлама не хватает, разбираешь, да, он дополняет, соответственно, смотришь то, что тебе нужно именно создать, чего не хватает. Из чего состоит те же банки, это, скорее всего, обычный мусор. Ладно, разберемся, поехали. А ты, Артем, что, в порт собираешься? Да, да, в порт, меня уже сожрать успели. Людей там нет, я, по крайней мере, не видел. Да.
Ну вот нелюди, это еще более страшный враг, наверное, чем стражи, да? Так, ну я не знаю, с ублюдком ты как-то не очень у тебя получилось положить эту гадость. Неужели придется тратить патрон? Сколько у нас? Ну, нас хватает, 70, да? То есть 2,5 магазина. 2,5 и плюс еще там этот. Надо дробовик, наверное, брать все-таки. Сейчас будем... У нас... Я оставил в прошлой серии, я помню, этот дом. Надо зайти туда, забрать этот дробовик, наверное. Так, все, аккуратно работаем. Вон, смотри, их очень много. Наверное, будем обходить. Да, по темноте придется, друзья. Не знаю, как вы будете смотреть. Игра темная. Но тут иначе не сделать. Я светлее ничего не буду. Тут для атмосферы именно надо сохранять подобный стиль, поняли, да, там посветлее. Тут все и так будет видно. Фонарь вообще, по идее, надо сейчас без фонаря нам дергать. Вот то, что я подзаряжаю, это специально для вас только. Чтобы хоть что-то вы увидели. Если бы я играл сам, я его даже бы не включал, этот фонарь, понимаете? А они же тоже реагируют на фонарь, все твари. Это стопудово. Тут надо вот так вот двигаться без фонаря, вот таким вот образом. Тогда он, видишь, он сидит на крыше, даже не замечает. Вот так, он вообще меня не замечает. Скрытность имеет значение, поэтому в стелсе будем двигаться на этом уровне. Минимальный расход этих, только в это. В самый крайнем случае стреляем. Поехали, вон он сидит, блядь, а? Дожидается, что, может покласть его? Надо руку поднабить, там впереди в порту еще более страшный враг, да? Ну-ка, с одного я положу, нет его, в голову, если, тихо. Отлично, одной таблетка! Одной таблеточки достаточно, бля, если в башню. Вы видите, как красиво лупит? Вон, смотри, он даже меня не видит. Еще раз! Еще, блядь, не получилось гол. Нормально, 2-3. А, вот он, блядь, не хватило этого. На что-то попало. То есть, видели, да? Достаточно одной таблеточки, если прицельно попадаешь. Ну, я все равно, спадла, зацепил. Но он меня не видел, я просто уже проверяю. Можно было бы вообще не, этого не класть. Он меня даже не видел. Одного положили, обходить этого. Этого можно было обойти. Нахер я тратил патрон. Ну так, экспериментируем. Взаимодействуем с миром, чтобы понять, да? Где сколько затрачиваться, кому сколько надо, блядь. Ну и подобные вещи. Я думаю, вы все понимаете, да? Ну смотри, как я ему хорошо в башню попал, вот этому козлу, блядь. Твари, да? Что я сразу... Сразу поклал. А он что-то охранял здесь. Смотрим, ищем. Смотрим, ищем. Вот, что он охранял. Это нам всегда пригодится. Так, уходим отсюда. И чем быстрее, тем лучше. Тут целыми стаями, я так понял, друзья, тут целыми стаями они двигаются. Все твари, да? В принципе, поведение как у животных, да, реальных. Они особо на него, если их не трогать, не цеплять, можно вообще свободно проникать туда, куда хочешь. Ну так, втихаря, да? Свободно проникать. Поведение, как у животных, здесь проработано. Целыми стаями передвигаются. Ну, судя по роликам, да? Рецензии-то мы смотрели раньше. Так, ладно, хорошо. Как мне лучше сделать-то, а? Падлы, там их очень много, я думаю. Вот так вот будем ползти, ребят. Вот так вот будем ползти всю игру. Я играю на этом. Поэтому... Не так все просто. Для нас с вами сложится, понимаете, да? Так, этот можно снять. Тихо, слышу. У, бля, да там опять эта тварь, ну-ка. Царь рыба. Вот отец Силанти, скорее всего. Кому они молятся, да? Понятно уже. Кому они молятся. Так, а как я на то... Вот... Да, блин. Хочу сказать одно, нам на... Так, смотри, креветка что-то расшевелилась, а? Ну, пока не стреляем, он не атакует, да. Там рыба и креветка шевелится. Пока не атакует, и мы ее не трогаем, видишь, да, она жрет что-то.
ил, там из ила добывают все микроэлементы, питательные вещества. Смысл в том, что, друзья мои дорогие, смотрите, я проникнуть не смогу. Наверное, надо на лодку, на тот берег, как я попаду? Не зря он сказал, двигайся на лодке. Ну, сейчас посмотрим, может, можно будет обойти это дело. Надо подняться наверх куда-нибудь, осмотреться вообще. Да, и, наверное, не получится, придется на лодке переплывать. Ну-ка. Есть возможность обойти? Смотрим. Что-то не ясно, есть ли там возможность. Давайте-ка подтянемся. Так, погодка изменилась. Так, тихо. Ну, твари особо не атакуют, смотри. Ты их не трогаешь, они тебя тоже, да? Поэтому нет смысла, смотри сюда. То есть он даже на меня вообще не обращает никакого внимания. Да? Так, давайте-ка, наверное, знаете, что сделаем? Наверх вот, если получится сюда забраться, я посмотреть хочу. Можем ли мы самостоятельно как? Там вон по вагонам, да, он впереди. Наверное, можно пройти, чтобы мне лодку не использовать. Я хочу на своих двоих изучить эту локацию. На лодке, конечно, хорошо и быстрее. Но тогда мы многое пропустим с вами. Интересно. Все вещи, ну, короче, много вкусного пропустим. Вот что я хотел сказать. Так, вот отсюда, если я заберусь, и мы осмотримся. Как нам... А, ну да, вон по вагонам, да? По вагонам я на тот берег попадаю. Ну, нормально тогда. Слушай, вон, да, впереди еще сколько тварей. Там домик. Там домик еще. То есть мы перебираемся по вагонам, да, и там по прямой выходим как раз в порт. Ну, класс, наверное, так и будем действовать. Здесь вот проникаем, да, аккуратно. И потихонечку. И не спеша двигаемся дальше. Все, погнали. То есть твари, это меня радует. Твари проработаны как животные. Поведение как животных, да, у них. Соответственно, они не особо-то и реагируют, если их не трогать. И близко к ним не приближаться. Ну, посмотрим еще за их... Понаблюдаем, короче говоря, за их поведением. Меня особо интересует... Так, здесь я не попадаю. Меня особенно интересует поведение стражей. Вот этих вот черных тварей. Как они себя ведут. Если слишком близко, сразу атакуют, да? А так, в принципе, они бегают, своими делами занимаются. Охотой там, да? На мелкую... На этих... Ну, то есть... Есть возможность не затрачиваться зря, не отстрел не вести, отстрел не вести всех подряд. Тем самым сэкономим. Вон лодка, да, ну про это он и говорил. На лодку прыгнул и спокойно. Но мы будем на своих двоих пока изучать все это дело. Так, правильно? Ну, вроде как. Вроде как. Перебрались мы. Без проблем пока. Так, ага. Есть контакт. Смотрим за поведением, ребят. Вот он, ага. Смотрим за поведением. Не спешим шмалять. Так, так, так. Смотрим за поведением. Как только атакуют. Как только атакуют. Смотрим. Ага, отвалил. Смотрите, смотрите, о чем я говорю. Поведение как у животных. Попугал, да? Порычал там. Жало свое надул. И угомонился. Или нихера. Так, тихо, 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 тихо. Сюда прыгаем. Похоже, сейчас, блядь, их целое... Целое стадо там. Блядь, так и есть. Целое стадо. Ребята, бля, я застрял. Так, вот он. Он уже здесь. Работаем.
Вот он. Да, все, у меня заклинило ствол. Великолепная игра. То, что я хотел. Так, блядь, меня заклинило все на свете. Он жало-то свое надул, еще и друзей приманил. Падла это, а? Работал. Жало надул, да? Да. Ага, все, опять заклинило. Сотрем. Так, тихо. Тихо. Да что-то ж тебе надо. Ой, бля, вообще классно, а? Ты посмотри, еле отбились. Тихо, дождик покапал. То есть, если они тебя увидели, судя по всему, все. От них надо уваливать, да. Ну, проверяем, взаимодействуем с миром. Поняли, да? Я пока изучаю, как их поведение. Интересно, их поведение. Так, залазим. Как ты застрять-то здесь смог? Вот, двоих положили. Ствол подклинивает, надо чистить, ремонтировать. Так, тихо, что такое, бля? Харкнул меня этот, да? Креветка чем-то харкается, смотри. Креветка чем-то харкается, гадостью какой-то, кислотой, что ли, мне. То есть это. Если мы замечаем их, лучше не приближаться. Он один, а заметили, да, поведение? Один меня не стал атаковать, страж. Побежал своим, сообщил, бля, и они толпой насели, бля. Все эти твари, да, окружили меня, пытались сожрать. Тоже, кстати, момент. Заметили, да? Так, смотрим. И ствол подклинивает, надо чистить. Надо чистить, обязательно стволы приводить в порядок. А, кстати, для чистки стволов, скорее всего, будет затрачиваться... Ингредиенты, вот эти, которые мы находим, да? Весь хлам, ну, естественно, это само собой. Будут соответственно... Так просто не получится его почистить, да? Так, тихо, стоять. Что там у нас? Что это за мелкие вот эти вот? А, это выводок, да? Выводок. Так, тихо, еще стражи. Еще страж, друзья. Уходим отсюда. Пока уходим, бежим отсюда. У нас ничего не хватит. Там еще непонятно, что в порту ожидает. Если я сейчас начну всех отстреливать, с голой жопой останемся в порту. А там нам с вами... Так, тихо, радиация, да? Нас предупредили, что очень все страшно. Здесь радиация лупит. Бежим отсюда. Давайте в этот дом нырнем по-быстрому. Так, вот она эта тварь. Я не дал просраться, а, блядь. Сжирает моментально. Ты смотри, я его убрать. Как я его так попал в голову, что я его убрал как раз. Так, тихо. Убрал сразу, а в этот раз ему сколько надо, а, падла такая. Не дают пройти, ты видишь, сжирает моментально. Эти твари. Надо, короче, в дом нырять. Ныряем в дом, там разберемся. Что здесь у нас? Ага, сохранка прошла. Класс. Ой-ой-ой, блядь, да это что за чудо-ёк, а? Работаем. Вот это и есть, наверное, да? Бля, тихо-тихо-тихо, у меня сейчас сожрет. Нет-нет-нет, мужик. Ты перепутал меня с кем-то. Ошибочка вышла. Стоять. Все, да? Бля, ты посмотри, вот это вот чудо-ёб, наверное, и будет нас терзать всю дорогу. Племя этих, да? Типа, я не знаю, что это. Ну, люди, да? Просто радиация. Под дозой, короче, чувак какой-то, блядь, меня атаковал, друзья. Так, обыскиваем этот дом. Что за дела? Где мы? Вот про кого он говорил, да? Будь осторожен, там на четверых ногах, блядь. Целый зверинец, целые выводы купырей. Вот про чем нас, о чем предупредил наш товарищ. Целый выводок этих упырей. Так, что у нас осталось? 19 этих, да, 21. Может, возьмем этот? Я не знаю даже. Поэкономим патрон, что там в порту еще неизвестно. Что, соответственно, как-то надо это. Поэкономнее работать. Ну-ка, подожди, друзья.
У меня ноль аптечек, а? Жопа полная. Так, на весь экран. Наворотов много уже можем поставить, да? Но стола я не вижу. Где-то есть стол, значит, ищем. Тут на этих просторах есть столы, наверное, для ремонта и тому подобных вещей. Видишь, да? Все, что хочешь. Можем воткнуть. И ствол у меня в плохом состоянии, я так понял, да? Раз он подклинивает, в процессе боя подклинивать начинает. Надо чистить. Вовремя чистить оружие. Ну да, аптечку я не создам. 20 этих надо, у меня всего 9. 5 на ключ и 9 этих, да? А надо 20. 10 на противогаз, 30 на противогазный фильтр, да? Ну, весь хлам, молодцы. Вот это будет вообще... Минимальное количество прибытка мы будем находить на этом уровне. Соответственно, вот по уму надо расходовать. Что нам более всего необходимо? Аптечка, фильтр там, да? Так, поехали, работаем. Зачищаем этот дом, если кто есть. Какие-то страшные мутированные твари. Я не знаю, но тут придется нам, друзья, и ползать всю игру вот именно таким вот образом. Или жопу рвать, бегать, да, на бегу проходить все. Или же ползать таким образом, потому что скрытность влияет также на этих тварей. Ты можешь проползти, они тебя даже не заметят. Чтобы нам на себя не вызывать, да. Так, слышите, что там наверху, блядь, какой-то злодей уже дожидается. Человеченки испробовать захочет сейчас, наверное. Она уже почуял. Я же его собрата-то прирезал. Какой-то там целый зверинец, блин, этих злодеев. Так что, блядь, конечно, страшно все. Целый зверинец этих упырей. Так. Слышите, да? Тогда никаких патронов нам не хватит, если мне их зачищать полностью. Я даже не знаю, как мы с вами будем прорываться. Да кто ж там рычит такой злой, а? Явно не рад... Не рад я встречам таким. Для меня это все чревато. С нашим управлением, да, друзья? Но это начало. Это только начало. Вы подождите немного. Серии 2-3 пройдет. Потом мы покажем всем этим козлам, упырям. Ну и всему остальному, что тут есть в этой игре. Как надо жить и не, жить и не тужить, да? Так, ну мы рядом уже, мы рядом. Жить и не тужить. Так, тихо стоять. Слышите, да? Что такое? Что за дела? Смотрим. Смотри, да, там точно целый выводок. Он их жгет, что ли, а? Смотри, у него огнеметик канает. Может, подгонит, а, мужик? С огнемета стрика хорошо получается. Скорее всего, огнеметик мы получим рано или поздно. Смотри, что он делает. Он их просто сжигает всю эту... Всех этих тварей. Да? Наш мужик, надо с ним пообщаться будет. Так, сейф, смотрим, что тут у нас. Медикаменты, да?
У меня ноль аптечек, а ты посмотри, какая гадость. Так, наверх как попасть? Успокоим нервишки немного. Ну, что-то как-то не густо, вы видите все наглядно, да? Не густо в плане прибытка. Вообще ничего практически я в этом доме не нашел такого прям стоящего, да? А, ну вот мы можем поживиться. Так, ну как наверх-то туда попасть, а? Здесь вроде прохода нет. А, наверное, туда-сюда можно попасть, да? Надо найти этот проход. Ну, не знаю, где тут ты найдешь этот проход. Может, ты и так... Не, он так навряд ли. Так навряд ли. Так, стоп, может отсюда, если снизу как-то, да, можно забраться там по лестнице, да? Ну, значит, нельзя. Значит, нельзя туда попасть. Слушай, прям как в Сталкер играешь. Посмотрите, да, на картинку, на общий фон. Общий фон создается такое впечатление, да? Прям как в Сталкере двигаемся там. По той же, допустим, локация болота. В Сталкере у нас есть, да? Кстати говоря, похоже, чем картинка сама. Обратили внимание? Почему бы, я не знаю, почему бы этой команде не заняться работой над продолжением, над вторым Сталкером? Так, это что за проход вниз какой-то? Смотрим. Так, тихо. Вот сейчас все будет страшно, я чувствую. Впереди полная задница. Приготовились. Выбить дверь ногой, значит, так и есть. Ну да, чучело огородное, а? Так, ага, а, ну в принципе нормально. Два раза ему. Так, нет, знаете что? Давайте сюда спешить не будем. Я... Так, стоять, тихо-тихо. Там что там? Блять, как все страшно. С разных сторон какие-то шумы, звуки подозрительные. Место для курения. Ну, уже не судьба никому покурить в этой игре. Этот, давайте-ка вернемся назад. Я, блядь, с таким чувством, что мы упустили с вами самое главное, самое важное. Наверху, на чердак, я думаю, как-то можно все-таки попасть. Поняли, да? Как сделать так, чтобы не наверх попасть? Я уверен просто в этом. Короче говоря, чуйка мне подсказывает, что туда можно попасть. Ищем, значит, что-то пропустили. Где-то пролезть или там, да? Ну да, тут, соответственно, здесь ты никак никуда не пролезешь.
Странно. Ладно, все, возвращаемся, зачищаем весь зверинец. Там, скорее всего, в подвалах еще, в канализацию куда-то спускаемся. Зачищать будем зверинец сейчас, друзья. Не спешим в порт. Все проверяем, все зачищаем, все, так сказать, ищем, да? Все моменты. Так, ну с чем нам идти? Блин. А, можем, класс. С одной аптечкой нам идти. И, наверное, может, сейчас посмотрим. Чтоб не тратить мне калаш. Патроны. Может, наверное, надо пневматику брать, что ли. Так, все, настроились, ребят. Настроились. Так, стоять. Это что еще за странное растение? Оно, наверное, плюется чем-то, это растение. Кислотой какой-либо, да? И противогазик надо одеть. Ну-ка. Шмальнем разок. Ну да, так и есть. Видели, да? Какой-то радиацией харкается. Да все, все, тихо, ты не трать патрон. Одной достаточно. Да? Или два, сколько ему надо? Одного достаточно. Мутированное растение. Лишайник, да, какой-либо мутировал. Грибок, короче говоря, да? Да, а, вот, банку кинул. Да, два раза. Я и забыл. Вот, кстати, отвлекающие маневры. Всегда можно баночку кинуть. Раз он подтянулся, со спины подошел, его уговорил, да, противника. Вот это, кстати, тоже момент. Главное не забывать об этом. Так, ну что, давай, наверное, с пневматикой ходить тогда. Чтоб патрон не тратить. Думаю, пневматика им достаточно будет. А как вот, сейчас надо еще разобраться, как его подзаряжать, да? Баллон-то держать надо постоянно. Подзаряжать этот ствол. Ладно, сейчас... А, можно вернуть ее, да? Ладно, мы разбили... Так, тихо. А, можно снять, да? Тихо, стоять, так близко не стоит. А я что-то подошел, там высветилось вроде, да? Наверное, их можно как-то срезать просто. Не обязательно. Раз подошел, срезал. Химикат. Соответственно, что-то как-то я это поспешил, наверное. Как же он подзаряжает-то, друзья мои дорогие, а? Ствол этот. Баллон сам, а? На какую кнопку сейчас будем разбираться 3 часа, бля? На какую кнопку он подзаряжает ствол? Это да, это подзарядка фонариком. А как вот я... Не знаю. А, мужик. Че, с ублюдком походить? Его тоже, кстати говоря, клинит этот ублюдок. Надо чинить его, чистить. Не знаю, друзья, пока... Тогда ладно. Не обращаем внимания. Но его надо подзаряжать, иначе там урон никакущий. До талого тогда только урон с этих шариков, да? Смысл стрелять мне. Так, что здесь? Какое-то жуткое и страшное место, хочу сказать. Можно, наверное, даже снять это. Выбить. Ну да, там целый зверинец, целый выводок.
целый зоопарк, короче, наверное, этих четвероногих, недружелюбных. Как их назовем мы с вами? Мутантов, да, каких-то? Мутированные люди после радиации. Так, ну чё, мужик, может, я смогу пролезть, да ты меня не заметишь? Смотри, его, их, наверное, резать можно. Ну-ка, сколько вообще хватит ему? Давайте посмотрим, урок. Надо подзаряжать его. Сколько ему надо этой шариков всадить? Ну смотри, вообще не, ему, блядь, ни почем, блядь. Вообще ни почем, блядь. Твои шарики, блядь. Уходим отсюда, чем быстрее, тем лучше. Сейчас сожрут, блядь. Работаем с этого. Смотри, там целый табун, целый зоопарк вылез, а. Целый зоопарк. Ну все, пизда. Уходим отсюда. Чем быстрее, тем лучше, блядь. Так, тихо. Лечимся, блядь. Так, берем-ка наш ствол в руки. С этими тварями так просто не совладать. Целый зверинец, а, ты глянь. Тихо. Ага. Ну да, с калаша ты ж сразу же. С калаша, конечно, хорошо работать. Да, так, тихо. Надо разобраться, как пневматику подзаряжать, друзья. Наверное, если у меня, видишь, там он, соответственно, для мощи. Для мощи надо, чтобы всегда он был. Блядь, он еще и кирпичами этот упырь кидает, а? Звероебы, блядь, а? Смотри сюда, какое чучело, блядь. Страшное. Ну, не знаю, нам не хватит. 13-21 патрон, какой нахер? Смотрим, ребят, смотрим, изучаем, как быть. Ноль аптечек, ничего не создадим, не сделаем. Так, стоять... А, вот, эти собираем. Да, эти... Вот, кстати, для аптечек тебе надо. Скорее всего, вот эти вот грибы зеленые, да, это как раз, чтобы создать ту же аптечку. Сейчас будем снимать все. Ага. Что такое? Тихо. Вообще, стоило ли нам сюда сувать свой нос раньше времени? Вот что я еще думаю. Меня терзают смутные сомнения по этому поводу. Может, вообще рано сюда еще дергаться? Надо сразу было в порт идти, да? Зачем я сюда полез, блядь, с такой жопой, с тремя патронами и двумя аптечками? Нахера было сюда лезть? Я задыхаю. Раньше времени. Вот. Как бы я переживаю, то что рано. Но уже поздно, да? Так. Куда двигаемся? Наверх можно пролезть. А, ну слушай, мы, наверное, сейчас в порт и выйдем. Не, наверное, надо эти зеленые собирать. Я что-то пропустил там, ребят. Да, это же, естественно, надо. Мне же для лекарств. Что-то мы как-то... Ну, мы сейчас вернемся. Надо будет их все собрать, зеленые. Вот эти вот грибы. Чтобы мне хотя бы одну аптечку нарастить. Сейчас только зачистим, да? Потом вернемся и снимем все грибы. Потому что тут что-то нам не... Это, свободно было. Без проблем передвигаться. Смотри, у меня уже как давление, кровь. Все. Мне сейчас один раз, и я труп.
Снимаем патроны. Не, задыхается, да? Задыхаешься? Ну, само собой. Сейчас в этого чудо-ёба превратишься. Лучше одень маску на всякий случай. Так, впереди лестница, да? Какой-то можно вылезти. И дальше проход по центру. Куда двигаемся? Давайте, наверное, на улицу выползем. Посмотрим, а вообще, где мы находимся, поймем. Так, 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 так. Ну, наверное, мы в порту уже находимся, вот что я думаю. Ага, ну как обычно, все ящики пустые. Где мы что будем с вами искать, непонятно. Так, попробуем по лестнице, наверное, да, подняться. Поехали. Чувствую, нас ждет теплый прием. Поехали. Ага. А, ну все, мы дома, да? Так, стоять бояться, куча тварей. Ныряем обратно, тут куча тварей. По-быстрому прыгаем. Видишь, да? Один. Так, ну все, все, все. Угомонись. Ты посмотри, падла какая. Так, бегу, прыгаем. Замечательно, блядь. Я ноги сломал. Блять, с этими прыжками. Ну, еще раз поехали. Так, где сохранка прошла? Вот что меня интересует. Как ты так ноги-то сломал? Там же не так высоко. Ну, он с грузом. Что ты хочешь, блядь? Не так высоко тебе. Ну, тогда заново начинаю. В принципе, все ясно. Правильно, мы двигаемся, да? Можно было и так к нему пролезать. Ну, мы дальше. Мы, наверное, возвращаемся. Возвращаемся, зачищаем, поднимаем все грибы эти черные. Вон он их жгет, мы это уже видели. Снимаем все эти грибы зеленые для аптечки. Я там пропустил. Ну и зачищаем полностью. И это место. Так, все, звероебы. Чудоебов целый зоопарк отстреливаем. Ага, в этот раз одной достаточно. Ловко надо попадать просто. Тогда и патронов тебе хватит на все, понимаете? Как-то так. Звероёбы повсюду нас терзают. И в жизни, и в играх, да? Друзья, вы заметили такой нюанс? Звероёбов немерено в нашей жизни, на нашем пути, да? Но ничего, прорвемся. Самое главное — держаться вместе. Тогда мы обязательно прорвемся. Ну да, мне еще надо понять, как заряжать этот ствол. А? Какой кнопкой, блин? Так, снимаем все грибы, это для аптечек. Какой кнопкой заряжается этот ствол?
Так, тихо. Вот, видишь, можно снимать, да. Ну, что ж мы так, а? Можно снимать с них, видели, да? Не обязательно отстреливать. Сразу же снял ингредиент. Так, ну чё? Пошла жара, да? Попытка номер два. Пошла жара, поехали. С чего будем? С этого попробовать? С калаша всё-таки. С этого... Так, поехали, тихо. Раз, отлично. Там еще стадо, поехали. Ага. По одному вообще не тратились. Не хватает, что ли? Да что же вы, блядь, он кирпичами еще этот гандон кидается. Работа. Что блядь, за зверолёбы, а? Неубиваемый какой-то, блядь. Ему надо в голову, а ты попробуй прицельно попади с этим геймпадом, мать его. Так, работа. Работа, на сука, не ссы. Все, да что ж. С прикладом, да. Пошел сзади. Упырь ненасытный, блядь. Так, тихо. Видишь, да? Конечно. По ногам, если долбить, там много придется. Да, интересно, напряженно все это дело. Смотрим далее. 6 патронов у меня осталось. Вот как-то так будем выживать. А как вы хотели? Чтоб жизнь малиной не казалась. Собираем все грибы. Чтоб жизнь малиной не казалось. Так, тихо, да ёпта, я думал это. Ну ладно. Не страшно. Классная игра, мне пока все нравится, друзья. Но это еще зависит от самосознания, сам себя, от, ну даже не самосознания, от самонастройки. Сам себя настраиваешь на позитивное восприятие каких-либо действий. Короче, переключаешь себя на определенную атмосферу. И тогда все по душе становится. Когда, конечно, с отрицательным восприятием ко всему подходишь, это никуда не годится. Никакой пользы не несет. И в жизни, я имею в виду, и в играх. Поэтому будем настраиваться, да, соответственно, так, чтобы нам все понравилось для атмосферы. Надо не только атмосферу понимать, наоборот, надо нам с вами постараться понять атмосферу, которую стремились вложить в эту игру разработчики. Они как бы, да, учитывали все пожелания, все эти, да, все прошлые наработки с частей, да, первых. Ну и от нас с вами многое зависит. И еще раз повторяю, если отрицательные, искать здесь недостатки в каждых вещах, в каждых предметах, ну я имею в виду не только в играх и в жизни, то ты на том же уровне и останешься. Чтобы дальше двинуться, надо уметь себя самонастраивать. Не внушением, а именно настроение, чувства менять, как бы переключать их. Это не самовнушение, имейте в виду. Само внушение это другое. Так, работаем. Собираем все это тхлан. Так, а может с этой стороны зайдем? Раз я там упал, я прям в логово к ним вылез. Нам, наверное, надо, друзья, с этой стороны попробовать зайти. Так, тихо, эй, паря, да, слышу. Слышу, мужик, где ты есть? Ага, тихо. Да, я слушаю тебя. Паря, ты того, поднимайся на крышу, сейчас я стрелу опущу. Ага, поднимайся на крышу, говори, сейчас я стрелу опущу, да? А в этом ангаре куча звероёбов. Паря, да, я слышу тебя, мужик, он уже стрелу опустил.
Он уже стрелу, надо по лестнице как-то дергать. Поехали. Значит, сюда пока не суемся. В этот ангар. Сожрут. Так. Как нам туда попасть? На эту стрелу. Как бы ни пришлось, все равно их зачищать, да? Может, ну-ка давай посмотрим. Я имею в виду так проникнуть, чтобы нам не это, да? Незаметно, короче говоря. Шуму не поднимать. Не хочу я отстреливать их. Нам патронов не хватит. 20 патронов на калашную. Пукалка, я пока не разобрался, ребят. Так, тихо. Пока не разобрался, как там ее подзаряжать. Она, наверное, тоже хорошая пневматика, само собой. Вон, видишь, тварь. Звероебы, да? Пневматика, само собой, хороший ствол, если всегда подзаряжен. У него и урон хороший. Но надо будет разобраться, как отдельно, отдельно его подзаряжать. Так, тихо, давай смотрим. Сколько их много здесь. Ну, целый ангар забит, я вам точно говорю. Слышите, да? Что творится? Какой беспредел? Как здесь выживать? Непонятно. Работаем. Я вниз не упаду. Ну-ка. Ну давай попробуем. Как-то, наверное, все равно надо проникать, да? Пытаться, по крайней мере. Смотри их как много. Я их не смогу всех отстрелять. Нам просто не хватит патронов. Вот видите, да? А на этом, наверное, уровне, на обычном, там в достатке нам. Можно и отстреливать свободно. Здесь, видишь, да, 20 патрончиков. Ебись, как хочешь, блин. Ну, будем пробовать, будем пробовать. Работаем. Как бы они наверх не полезли, вся эта шушера не поползла наверх, вот чего я боюсь. Они меня видят вообще, нет? Навряд ли, да? Уже бы отреагировали. А, вот, тихо, один козел спрыгнул, а? Друзья, один козел спрыгнул. Так, а что, надо как-то... Смотри, задвигались, друзья. Весь этот шалман задвигался. Зверинец, да? Почуял запах, а? Так, можно снять. Почувствовали запах плоти. Смотри сюда, ну я так и думал. Они и сюда забираются. Что делать будем? Придется шмалять, да? Или подожди, наблюдаем, не открываем огонь. Может, прокатим. Не спешим, да? Не спешим шмалять. Может, прокатит как-то, а? Чудоебов пачка, а? Ты посмотри, какая гадость. Как разрулить, а? Как выжить? Как остаться живым, друзья мои дорогие? В этом страшном мире. Да, Артем, вляпался ты, а? Я, говорит, стрелу опущу. А помочь ты мне не хочешь? Я смотрю, у тебя там наверху огнеметик хороший. Спустись, пожги всех. Смотри, у меня 10 патронов на калаш. Какой там нахер отстреливать? Понимаете, да? Это надо точно в башню бить, тогда только получится. Но тут не резон. Хотя бы оптика была бы. Оптика там, да? Можно было бы прицельно лупить. А так я навряд ли попаду. Здесь разброс. Я же вам говорю, здесь разброс канает, как в Сталкер Кем. Ствол, если не почищен, разброс, траектория пули. Здесь это тоже они сделали, молодцы. Так, смотри, эта тварь идет сюда. Ползет, наблюдаем. Звероебы, блин. А, ну так и назовем серию, да? Звероебы, да, встреча в порту. Звероебы. Да, ладно, давайте хоть настроение немного поднимем. Смотри, как много окружает. Вы что еще там? Он как-то кумекает, да, репу почесал там в сторонке. Он на запах идет. Он ориентируется на это.
чувствуют запах плоти живой. Кровь чувствуют, да? На запах прет, падла. Так, а, нам, наверное, вот сюда надо, в этот нырять. И на, тогда он наверх, видите, да, вот в этот ныряем. Скорее всего, тогда он как-то там наверх пролезет. Ну, давай попробуем. Сожрут так сожрут. Сохранка ж прошла вроде, да? Или не прошла? Вроде прошла. Так, берем этот, пробуем. Сюда вот наверх, наверное, прыгать надо. Ну-ка, тихо, аккуратно. Поехали. Опа. Так, не, не канай. Бежим, 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 бежим. Уносим ноги. Чем быстрее, тем лучше. Так, мужик, как попасть к тебе, блядь? Я нихера не понял. Стрелу он опустил, да, или что? Блин, и здесь их целая шайка. Так, так, подожди, как же нам попасть-то туда? Неужели их зачищать придется, а? Где-то я что-то пропустил. Странно. Вот лестницу я пропустил. Все, нормально, ребят. Не придется их отстреливать. Поехали. Так, стоять бояться. Бежим отсюда. Ага, да-да-да-да-да. Я понял, уходим. Лестница, лестница, ну. Так просто, ай-яй-яй-яй, не получится. Так, подавлю, да, все, он там. Молодец, давай-давай-давай-давай-давай. Подождем, пусть отстрелит, у нас 10 патронов. У нас 10 патронов. Так, тихо-тихо, что такое? Вон он, ага, работаем. Работаем. Отлично, все, одного попал хорошо в башню. Да, достаточно одной таблетки. Так и есть, так и есть. Просто надо хорошо попадать. А, вот он, да, пушку падла, пушку взял. А в пузо больше, пузень больше. Ой, блядь, жопа какая-то, а там смотри, как их много. Как мы будем попадать, как мы будем проникать. Но он отстреливает, слышь, он отстреливает. Кстати, по-моему, отстрелял. Поехали. Да-да-да, я слышу тебя. Сюда давай паря, да? Сюда давай паря. Во, опустил, молодца. Опустил. Так, ну чё, вроде тишина, да? Опустить опустил, значит отстрелял, да? Сохранка прошла. Ну смотрите, какая красота, да? Сколько нам еще ползать по этой локации? Так, тихо, мужик, ты что творишь? Что это было, непонятно. Все, поехали. Потом сюда еще спустимся, осмотрим внимательно все. Может, где какой хабарок, прибыток с ними. Сейчас Тихо, тихо. Сейчас познакомимся. Я здесь, да. Поднимайся! Новый персонаж, да? Здорово. Ну ты суров, братка. Аж приятно посмотреть, честное слово. Чё так? Эти-то хуч-мутанты, я дело знаю. Если деревенских поймают, то тем сразу карачун. А ты их как капусту нашинковал. Ну, здорово. Меня Крестом звать. А ты с того провозу, значит? А местный свайп? Ну так ясен хрен и дрить их за ногу. Я тут долго уже парюсь. Знаю, чё да как. У них секта тут, а верят, мол, техника старый мир сгубила. Ну и, значит, за техническую грамотность, сам понимаешь, ни разу не привечают. Ну а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели, покуда демона ихнего электрического сам убивать не побегу. За сатанизм, во! Че еще скажешь? А какой я сатанист? Всю жизнь технику подчиняю, да торговлишко еще промышляю. А теперь на восток вот намылился. Нехрен в этой части страны, да, ловить. Как... Наездился. Все города выжжены. У меня к тебе предложение есть. Бандиты, да нечисти. А там-то за Волгой место немерено. Так получится. Ну, я думаю, он согласится вообще без проблем. Ну так да? И вот. С нами отправиться. Велел себе мирно, полная дрезина добра. Думал, торгану по дороге. Ну и черта с два, еле ноги унес. Но, как вы тут нарисовались, появилась у меня мысль, а самому бы нипочем не справиться. Ну а раз вам тоже на восток, то в такой-то компании.
Я вашу на нашего актера похож. Бинокль, забыл да. его фамилию. Неясно, как она еще не издохла. Ну вы поняли, о ком кстати, я говорю. Так, ох ты, бинокль, молодца. Сейчас все вот тут это покажу. Мне пригодится. Берем бинокль, ребят. Смотри, как хорошо. Может... Вон, видишь, мост? Так. Вот эта секция вверху должна опускаться. Ага, сейчас, говорили, подожди. Механизм на месте, но вот работает так, он мост, нет. Да? Это Катя с церкви знать должна. Я-то на мосту не был. Ага, приблизить. Вон там направо ангар здоровенный. Это терминал. У придурков с моста там типа святое место. Все стены размалевали. Царь рыба у них там обитает. Ну, да, церковь... Есть идиоты. Церковь не зачистит. Еще правее. Где вагонов куча? Это депо бывшее. Там сейчас бандюки обосновались. Ну, вообще место богатое. Депо, бандюки, ну вообще как надо. Да и вокруг повеселимся, ничего, короче, охота, да? И вообще, я кругом себе лёжки. Твари, бандюки, все, что хочешь. Так что переночевать, отремонтироваться, патронов набить теперь много где можно. Так что ищи, пригодится. Хотя, конечно, можно и просто у костра ночь пересидеть, хоть согреешься. А, ну можно, значит, пересидеть, пойдем, переночевать, это радо. Патронов, говоришь, набить? Что-то я вообще патронов не вижу. Здесь мужик мне... Как вот наверх попасть? Наверх, смотри, там что-то можно как-то попасть на чердак этого здания. Значит, я что-то пропустил, друзья. Где-то пролезть, да, наверное? Забраться можно было. Так, ну что, бинокль канает. Это уже радует. Будем более внимательно играть. Перед тем, как куда-либо суваться, осмотримся. Вот про это он, да, говорил? Какой-то там терминал. Да, много мест, конечно, предстоит нам еще с вами изучить. А в любом случае, друзья, придется... И депо, да, он сказал, там депо, бандиты. А, ну, то есть в любом случае придется все изучать с таким прибытком. Нам хочешь... А, во-во-во-во, смотри, нашел, да. То есть квадрат удерживаешь. Понятно, класс. Нашел я, как подзаряжать эту махину. Великолепно. То есть тогда и, соответственно, урон можно использовать. Понятно. Квадрат надо удерживать, и он тогда начинает подзаряжать его, да? До этого. Давление подбавляет. Для урона. Ну, замечательно, да. Мест немерено. Все это надо будет исследовать хоть как-то, чтобы выжить. Просто-навсего сама жизнь заставит везде лазить, искать, да? Сама жизнь. И что меня порадовало, он сказал, можно у костра передохнуть. Так, тихо, погодка меняется. Видимо, здесь спать есть, вот это тоже учли, да, все необходимости жизненные. То есть его надо кормить, наверное, будет. Ну, не, это, наверное, перебор, кормить его не надо, но в любом случае, там, ночь переждать, да, у костра пересидеть, наверное, можно будет. Так, это что за местность? А, наверное, и есть депо, да, вот это вот. Затопленное какое-то депо, наверное, да? Видишь, там эти вагоны железнодорожные. Скорее всего, там бандосы окопались. Будем работать. Ребята, мои дорогие, блин. Вот это бомба. Люблю бандосиков, да? Аккуратненько будем срезать там. Ну, по возможности. Помимо звероебов, черных стражей, бандосики, крабы, креветки. Еще какую-либо новую нечисть, наверное, нарисовали. Молнии вот эти вот электрические, плазмоиды, ну все, что хочешь. Так, ну чё, идем дальше общаться. Он нам еще не все рассказал, я думаю, да? Надо предложить ему отправиться с нами. Наша задача найти помощника для Ермака, да? Как, ага, как убрать ствол? Тут так, слушай. Вот я так и живу. Не дворец, но безопасно. Тут вот сплю. Если устал, мой дом, твой дом.
Верстак вот сделал, ковыряюсь потихоньку. Во-во-во, верстак, это хорошо. Если патроны нужны, гранаты, пользуйся, материалы вот лежат. Вообще, все, что видишь полезного, забирай. Мне все равно с собой тащить не с руки. Благодарю, мужик. Давай, не стесняйся, пробуй. В общем, братка, у меня этот чемодан и твой тяжелый титул. Мозгов там девать некуда. А руки, видишь, золотые. Не пожалеете, что взяли. Рванем мы, братка, на восток. О, наверное, можно поспать, да? Смотри, ребят, как хорошо. Я вот тут-то у деревенских махров. Так, смотрим. Ну, пока они мне не турнули еще. Фонарик мой, главное, понравился. Ага. Разберемся, давай послушаем все. Можно и поспать, там что-то фляга, и бухнуть, наверное, да, спиртику. Музычку послушаем немного, расслабимся. Вообще их, если встретишь, лишний раз в драку не лезь. Они темные, ну как пивные бутылки. Небось, махину вашу, как вы дали, сразу... Так, поехали, смотрим, что можно сделать. Так. Все это хорошо, все это хорошо. 39 у нас этих, да? 5 этих. Ну, аптечки придется делать у нас, потому что, ну все, в принципе, что мы можем сделать? Соответственно, ни стволы я не почищу, да? Не отремонтирую. Вот патроны можно. Дробь появилась, да? То есть можем дробь, пистолетные и на калаш. Да, у нас не хватает хлама. Вот как-то так. Ничего у нас не хватает. Надо искать хлам. Чем больше, тем лучше. Ну, можно разбирать, да? Кирпичами бросаются. Слышали, да? Он за звероебов... Рассказывай. Так, автоматные патроны. Так, не-не-не, тихо-тихо. Выходить я не хотел. Так, что там за погода? Сейчас, подожди, ребят, вернемся к столу, посмотрим погодные эффекты. Ну-ка. Как сделано? Все ровно, дождик, да? Все, смотри, как красиво. Так, тихо, что такое? Куда ты запрыгнул? Да не, ребят, я не хотел, я еще, что? А, то есть... Смотри, как можно. Вот как мы попадаем наверх. Да, ладно, но это еще рано. Давайте разбираться здесь все внимательно. Он уже все-таки ну, то есть дал согласие свое виниться с нами. Давайте немного поюзаем ствол. Да, встретимся на поезде, слышали, да? Все ровно, двигается с нами. Но по итогу мы ничего не можем собрать, да, патроны на столе можно сделать, на любой ствол, наворотить, да, чистые, с чистые, да, эти вообще все убитые, смотрите, все стволы, щеточка наверху, я так понял, да, это показатель пригодности ствола, соответственно, все убиты, чистка оружия, точность сразу же падает, скорострельный, да, почистил, все, на чистку колбать ингредиенты выходят, все, у нас по нолям. Ну, его надо было бы почистить, иначе он клинит, видели сами, да? Со стражами, моментально заклинит. Да, больше легкая рукоять, да, что поставить? Открытый прицел, да, это коллиматорный. Коллиматорный прицел, да, у нас стоит. Не, коллиматорный, да, вот. А, во, ништяк, оптика 4Х, вообще бомба, вот, новинки открылись, оптика 4Х воткнули, вот сейчас будет попроще, один патрончик досылать, ну, в смысле, иметь более прицельно и точно попадать, да, почистить мы не сможем до конца, ну, в принципе, пусть будет тогда оптика хотя бы на этот ствол, так, смотрим здесь, маска наполовину убитая, маска, видите, да, тут, вот, ремонт противогаза, спартанский шлем потом поставить. Так, электрооборудование. Да, ну, жизненно важные условия, это мы знаем. Вот бронь, теперь давайте смотрим, что мы с бронью сделаем. Так, здесь новинка открылась, наручи. Наручи, у меня стоят только часы, да, только часы. А можем поставить компас, класс, компас на вашем наруче.
можем воткнуть, да, то есть ингредиенты не нужны, автоматически втыкает, да, используют шарики на пневматику, подручные средства. Устанавливаем компас, класс, чтобы по 100 раз в карту не смотреть, да, по компасу ориентироваться будет. Ну, в принципе, неплохо, воткнули 4 икса оптику, да, и компас на ночь. Там он еще пистолет можно наворотить, я смотрю. В принципе, неплохо. Плохо, только одно плохо, то что до конца не почищены стволы будут. Как быстро уходят ингредиенты, заметили, да? Так, смотрим, что с ублюдком можно сделать. Я, кстати, его не юзаю, наверное, на дробовик будем менять. Ублюдка будем менять на дробовик, да. С масками. Да, одна аптечка всего. А ты все равно ничего не почистишь, да. Здесь мы все посмотрели. Компас воткнули. Ну все, у нас по нолям. Смысл там что-либо смотреть. Пока не найдем хлам, не раздобудем ингредиентов, ни ничего. Ни почистить не можем, только установить новинки. Все, смотрим далее. То есть он нас будет ждать на поезде. Больше ничего не скажешь? Наверное, поспать. Предлагаю поспать вообще, как это выглядит. И с утра двинемся, да? Как вам, ребят? Поспим и с утра двинемся. Музыку. Нет, музыку не будем ебать. Послушали минуту. То есть с утреца предлагаю дернуть. Да, как-то так. Спит. Да, конечно, не очень хорошо. Ствол там наполовину я только почистил. Коллаж, да? Соответственно, ублюдок убитый, пневматика вроде только целая. Ну, значит, наверное, пока берем пневматику. Калашом будем в экстренных случаях использовать калаш. Только в экстренных случаях. Давай, подзарядимся немного позитивом. Война... Кстати, бодренькая тема. Дамир, Артём, Сэм, всё, слушай. У нас тут ситуация. Анна не выходит на связь. У кого какие мысли? Кто что знает? Ага, с подругой проблема, да? Товарищ полковник, она вроде антенны вон в 200 метрах от Авроры осмотреть хотела. А. Что-то там ей показалось. Надо на помощь идти, подруга. Да, тихо. А вы что, какие антенны? Так, Артём, живо туда. И вообще хватит клювами щелкать. Если натовцы при полном параде не маршируют, это не значит, что... Так, тихо. Туристы. Конец связи. Так, слушай, ну подругу, наверное, мы выручим. Я хотел погулять по локациям. Хабарок поискать. Подругу, наверное, давайте еще тогда квест основной выполним, да? Ищем подругу. Потом будем гулять. По локациям. Ну, то есть бинокль получили. 4Х оптику воткнули. Чутка почистили ствол, да? Поставили компас. Вот он, компасик наш. На наруч воткнули компас, да? Сейчас можно по карте смотришь, ориентируешься. То есть как-то так. А она совсем рядом, ребят. Она совсем рядом где-то. Задание совсем рядом. Поэтому давайте, смотрите, еще знаки вопроса появились. Точки, да? Какие-то интересные места, которые надо будет исследовать. Ну, вообще бомба, а не игра. Глянь сюда, блядь, сколько нам путешествовать еще. С нашими телодвижениями это надолго затянется. Так что я вам гарантирую, мы надолго, ну, то есть застрянем на этой локации. Так, с Аней нет связи, она, конечно, может постоять за себя и получше, чем многие из нас. Так что волнуюсь я, пожалуй, зря. Но все равно не могу просто отправиться дальше по своим делам, если она может быть в опасности. Конечно, местные люди и животные не представляют для нас особой угрозы, но все равно. Как это не представляет, блядь? Ха, слышали, да? Местные эти не представляют угрозы. Да тут и шагу спокойно ступить нельзя. Не представляют, видите ли, для него угрозы местные, местная фауна. Я бы так не был уверен. Так, ну чё, с оптикой мы разобрались. Ой, а, всё, его нет уже.
не с оптика, а с этими, со стволами так немного починились, да? Поехали искать, сейчас надо подруге помочь. Потом будем зачищаться. А, не, мы сейчас сделаем по-другому. Вниз спустимся, осмотрим там, хлам-то надо. Поднимаем хлам весь, там, где эти придурки, звероёбы. Снимаем все тщательно, потом только спускаемся. Так, тихо. Слышите, да? Сейчас опробуем как раз таки. Заряжать мы научились. А опробуем на мощной волне, да, пневматику. На мощной волне, наверное, там достаточно немного. Слышь, да, еще целый ангар, практически не зачищен. Но они ничего не дают, понимаете? Если бы разрабы как-то внесли, чтобы он хотя бы что-то давал, какой-то там с него срезать можно было, ингредиент, я не знаю, что ли. Тогда есть смысл их отстреливать. А так что, только тратить патроны на эту шушеру всю, понимаете, да? Смысл мне их отстреливать, блядь, вот это все зачищать, если они нихера не дают. Там какой-то негроидного типа ублюдок появился. Негроидного типа звероебик, смотрите. Страшный, наверное, монстр, бля. Сам мощный, да? Мощнее, чем обычный. Негроид упырь, ты глянь, он будет рвать на части тебя. Разорвет и не помилует. Так, ну ладно, это все хорошо. Хлама мы не нашли, будем искать подругу. Вот еще один повезет. Бля, они уже, наверное... Почувствовали запах крови, запах плоти. Уходим отсюда. Сейчас попробуем новое перемещение, да? Звероёбы, а ты посмотри, как их много на этой локации. Наверное, это только на этой локации. Там если другие какие локации, совсем другие. Здесь у нас кто? Черные стражи. Звероёбы, я так понял, креветки и бандосики. Все нам о них рассказали. Мы можем сделать выводы. Выводы с вами, кого мы можем встретить? Аномалию, ну еще летающих демонов, да, нам намекали. Какой-то там демон летающий. Бандосиков, звероёбов и креветок на этой локации. Так, все. Блядь, ну песенка, конечно, меня радует. Хотелось бы посидеть до конца, дослушать. Ну ладно, у нас времени нет. Подруга ждет помощи. Наша на подмогу идет. Поехали. Смотри, какая красота, а? Как можно здесь маневрировать. Вот сюда я хотел попасть изначально. Сюда вот хотел попасть. Так, ну... Тут я не вижу ничего полезного для нас. А, вот. Внимательным надо быть. Внимательно. Страдаю я этим, ребят. Вы знаете, многое пропускаем. Во, класс. У нас с нами 4Х оптиком. Это уже другой вариант. Видишь, да? Можно более или менее... Так, тихо. Не-не-не, что ты творишь, блядь? Взял патрон и стратил. Сейчас тебе каждый патрон на счету. Уже более или... Да. Более или менее с вами прицельно попадать им. Желательно в голову, да? Ну как там, если разбросы тоже? Мы как бы это, будем смотреть, как там прицельно, не прицельно. Если оружие не почищено, менее точно, да? То есть не... Так, тихо. Сейчас мы еще этот ствол попробуем. Менее точно бьет, если полностью не почищено, да, скорее всего, я так думаю. Так, тихо. Ну давай, во, тихо, в голову. Так, ну нормально, видишь, да, если ты его, соответственно, давление поднял. Ой-ой-ой, как вас много, я же здесь зачищал. Ага, еще одно, смотри, достаточно одного шарика мне. В лоб, да? Так, стоп. Да, вот, как-то так. Ну, то есть, всегда недостатка-то не будет. Шариков мы сможем понаделать, тоже хлам нужен. Если вдруг патроны на все закончатся, да, у нас всегда есть пневматика.
Как раз для хардкор, для хардкора режима это самое то. А тут, скорее всего, так и будет. Патронов всегда не хватать. Нас в начале игры предупредили. Поэтому пневматику надо будет, наверное, тоже наворачивать, вовремя чистить все. Так, тихо, что там за пауки, блин? Мутированные какие-то, блин. Страшные, блин. Все, двигаемся, ищем подругу. Что там за проблема? Куда она влезла опять, а? Два неугомонных, да? Что Артем, что его подруга. Ну, кстати говоря, если бы... Так, вот, прицел у нас хороший, мощный. Если бы это, да, если бы не Артем, они бы вообще так бы еще и сидели бы, наверное, 10 лет в своем метро. Ладно, пока пневматикой поработаем. Все, поехали, друзья. Здесь пока нам делать уже нечего, я так понял. А ну-ка посмотрим, может патроны, по-моему. Ну так и есть. О, ребята, а что такое? Так, блядь, а что-то они так сделали? А на этом, на хардкоре сделали, чтоб я... Смотри, ночь поспал, и опять у него патроны появились. Не, ну это мне не нравится. И эти сразу появились, мутанты одни. Хотя бы время-то побольше надо сделать. А патроны вообще у него уже не должны появляться. Во, подзаряжаем. Так, не, это мне не очень-то нравится. Что если так будет? Допустим, хабар снял в одном месте, поспал, пришел и опять снял хабар. Ну какой же это хардкор? Так не пойдет, ребят. Видели, да? Я ж снимал с него патроны. И опять они у него появились. Это надо поправлять. Так не годится. Нам для реализма такие детали, поблажки, так сказать, со стороны игры не нужны. Да, ребят? Так дело не пойдет. Ну. Так я всегда смогу хабарок пополнить. Ну. Через сутки пришел, раз там пополнил все, что хочешь. Ну. Так, ну совсем рядом, где-то рядом. Где-то рядом она. Вот так вот будем двигаться по компасу, если смотреть, да? Ну-ка. Как там мы включаем? Как он берет? А, вот. А, ну правильно, да. Вот, по компасу, видите, можно ориентироваться. Там на раз посмотрел на карте, направил. Соответственно, где-то примерно вот так вот нам надо двигаться. Ну, нормально, нормально. Еще бы какой-либо детектор воткнуть бы, да? На, ну, тихо, во. Опять появились. Я же вас зачищал. Видишь, да? Ну, я не всех их там зачищал, конечно. Опять, тварь, давайте опробуем 4Х. 4Х опробуем в голову ему. Ну-ка, разбросик, разбросик, тихо. Есть, нету? В голову. Тихо, тихо, не дергайся. Давай, стоп, стоп, стоп. Сейчас мы момент, момент, момент. Вы же не забывайте, я на чем играю. Тихо. Там еще один, блядь, может не стоит, а? И еще один, да нихера себе, ты сейчас их шуганешь, они моментально. Ну я хочу попробовать. А, промахнулся, промахнулся. Тихо. Опа, отлично, не хватило, видели, да, прям в лоб, не хватило. А ствол не почистил. Так, стоять, падла, уходит, уходит, нормально, 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 шуганул. Пусть уходит, не стреляем. Но все равно ему не хватило одного. Как-то не хватило, да? Ствол надо просто до ума довести, тогда хватит. Извиняюсь. Ствол надо довести до ума. Тогда все тебе хватит. Бля. Так, что, они нас там сейчас, наверное, не пропустят. Бля. Я даже не знаю, как-то надо будет облазить. Бля. У нас всего 10 патронов бля, на этот ствол. 10 патронов. Так, а здесь я не смогу, да? Пролезть никак. Никак.
значит, через них ползем. Аккуратно ползем, да? На себя не вытягиваем. Думаю, пневматика для них это комариный укус. Скорее всего, да? Поехали. Ну да, там у тебя патронов даже нет на этот. О чем там говорить? Как мы тут собрались выживать? Так, наверное, надо валить. Слышите, да, уже рядом где-то. Как мы будем выживать с таким, так сказать, подходом? Вон, еще там, да ты посмотри, а? Сколько тварей. Ребят, впереди еще одна сволочь. Смотрим. Тихо. Подожди, залази, залази сюда, приятель. Не кипишуй, бля. Там еще немерено. Ну да, тут только на этом уровне у нас с вами только два варианта. Или бегать, просто носиться тупо по игре, от них убегать. Или же ползти, или же ползать на корточках. Понимаете, да? Другого варианта не дано. Ходить вот так вот в полный рост ты не сможешь. Тебя просто сожрут с таким количеством боезапасов. Или бегать, носиться как индейец, ошпаренный в задницу, да? Из лука. Или же вот так ползать, блядь, как Ванька Встанька. Выбираем. Мы, наверное, будем с вами ползать. Бегать я не люблю. Носиться. Поняли, да? Будем как-то выживать. Так, поехали, смотрим. Так, что за точку нашли? Ага. Слушай, так вот это, наверное, точка для отдыха. Да? Вот здесь всегда можно отдохнуть. Так, запись, слушаем. Ребят, запись. Магнитофон, да? Тихо. Застрял я здесь, капитан. Сектанты. Тут бить их через коромысло. Я как с того фонарика разобрало. До сих пор меня ищут, не уймутся. Пришлось готовить схроны по всей округе. Ну, оно и удобно. Мало ли где ночь застанет. Заодно и разведал тут все. А интересные ж места. Тут, к примеру, отлично. Склад военный был, похоже. Внутрь не звался. Похоже, там химия какая-то. На островке через протоку дом здоровый. Вроде брошен давно. Может, что интересное есть. Угу. Отлично. Без лодки, однако, не добраться. Ну, может, позже соображу, чего. Ну, в общем, идет же духа. Да. Ну, пока все. Ну да, какой-то местный егерь нам... Ну, то есть, да, места указал. Стол, ой, стол, говорю. О, тихо, тихо, что за дела? Дробовичок, вот, все, сейчас будем менять на ублюдок, блин. Отлично, вот этого я искал. Вот как раз то, что надо. Меняем, друзья. То есть, что он там сказал? Какой-то склад военный, да, и домик, блин. Надо, это не зря нам, да? Ну, естественно, само собой, не зря, надо все это посетить. 13 дроби, бомба, друзья, 3 на калаш. 14 дроби и на пневматику, да? Вот сейчас мы посмотрим, насколько мощный дробовик. Насколько у нас будет получаться хорошо с ним работать. С этим дробовиком. 14, да, его можно как-то модифицировать. Его как-то можно модифицировать на столе, скорее всего. Ну-ка, смотрим. Ну, ты пока модификации, наверное, не нашел. Ты не сможешь. 13, да, не смог. Вот, да. Чистка оружия, блин, он убитый в хлам. Этот дробовичок наш. Чистим его до талого. Вот, все, почистили. Классно. Дробовичок это хорошая вещь против твари. Можем воткнуть, да? Отлично. Смотри, какую красоту наворотим сейчас. Прикладик, что надо. Ну да, я же снял с прошлый раз, с дробовика снял приблуды, да? И два ствола, что ли, можем поставить? Не может быть. Да, так и есть, два ствола втыкаем. Ну вообще живем, бля. Хотя бы два заряда уже тому же, того же стража отстрелять.
Устанавливаем, само собой. Я, кстати, так и предполагал, что два ствола можно воткнуть на него еще в тот раз изначально. И коллиматор можно воткнуть. Ну, вообще, друзья, нам, конечно, сама судьба предоставила этот ствол, я думаю. Давайте так и делаем. Я же воткнул их, да? Сейчас посмотрим. Воткнул он, по-моему, автоматически, да, втыкает? Так, подожди. Да нет, ты обратно верни. Подожди. Нихера мы не воткнули. Я думал, да, какой-то автоматически. Ну, сейчас, подожди. Не спешим, друзья. Все вникаем, сейчас изучаем. У нас только начало игры. Подсказок нет. Никто нас не ведет. Сами, блядь, втыкаем. Там я не смотрю ни у кого отдельно. Как что делать? Самостоятельно. А, я даже дробь могу сделать, да? Нет, дробь я не смогу сейчас сделать. Пока. А, разобрать, если эти. Так, секунду. Давайте вот так посмотрим. Если я, допустим, разберу эти, а потом воткнусь. Ну-ка. Ага, и на него можно, видишь, да? Все приблуды. Вот тебе приклад, ну тоже, да, снайперский, блин. Нет, ну дробь все равно лучше. Ага, и глушитель можно. Все, что хочешь. А как установить-то, я не понял, блядь. Я же устанавливал, блядь, 4 икса коллиматора. Так, подожди. Он что-то я жму на икс, он не ставит его. Странно. Ну-ка еще раз, блядь, что за бодяга? Может, баг какой? Ну, поняли, да, я же это, как бы, икс там установить. Жму, он не ставит на дробовик. Так, смотрим. Что за дела? Так. И на этот не хочет. Так, ну, патроны ясно. У нас по нолям этот. Патроны мы не сделаем никак. Или, может, рано там, да, надо квест выполнить. Потом он будет ставить, что ли. А, вот разобрать пошла жара, да. Разбираем, все, разобрал. Соответственно, я могу дособрать на калаш, да. Смотрите, я разобрал пистолетные. И, соответственно, этот. Сколько у меня появилось. Могу аптечку, да, наверное, сделать тогда. Или же могу собрать патроны другие, какие мне необходимо, да, наверное. Сейчас разберемся, давайте немного, не спешим, ребят. Я тут освоюсь со всей этой бодягой. Так, ну да, ты, скорее всего, можешь патроны создать. Например, дробь. Да, так и есть, бомба вообще класс. Ну тогда собираем пистолетный на ублюдок, разбираем и собираем нам необходимые. То есть, соответственно, на калаш и дробь. Все, что надо. Все, что надо. Это патроны на калаш, это, да, 5.56. И наши, это, 5.45. И наши, блядь, дробь 12 калибров. Да? Что нам надо еще, ребят? Шарики тоже можно разобрать, наверное, хлам подбавить, да? И собрать, и разобрать. Да, во, разобрал, великолепно он. На ключик накидывает, да? На ключик накидывает. Но вообще бомба. Я же говорю, методом тыка приходится все постигать. Постепенно все мы быстро будем делать. То есть, соответственно, я могу потом на калаш также наколотить патронов. Найдем пистолетные. Найдем хлам. И наколотим патрончиков на этот, на калаш, что у меня там 3 патрона. Но это все ерунда. Почему он не установил у меня, я не понял, крафт не установил на дробовик 2 ствола. Я нажал X, что-то он не видели, да, я ничего не поставил. Странно как-то, блядь. И может рано еще, потом, когда нас какой-то квест пройдет, нас этому научат. Я там сейчас... А, вот и хлам разбираем. То есть сейчас мы раньше времени это делаем, вот что я думаю. Да, собрал одно, разобрал другое. То есть разобрал одно, собрал другое. Все, понятно. Также и патроны. Пистолетные разобрал, на калаш собрал. На калаш разобрал, на дробь собрал, допустим, да. Шарик, не хватает гаечного ключа. Разобрал там тот же банки хлам, да. Разобрал те же, блядь, шарики, эти пневматику. Ну все. Все, понятно, ничего тут нам мозги не придется. Все, я понял, как-то что делать. Все. Ну и странно, что он только на ворота не поставил. На дробовик, понимаете, да? Ну ладно, тогда пока так будем ходить. Значит, может, на другой точке это поставить можно. Хотя и должен и здесь ставить. Разберемся, ладно, все, поехали. Разберемся, поехали.
Так. Че мы поспим, мы не поспим? Давайте бухнем. Че за дело? Он спиртику, да, решил намахнуть. Ну-ка. Опа. Хорошо пошла, да? Хорошо пошла. Еще разок. Пару раз хлебнем, да? Еще разок. Опа. Хорошо пошла. Отлично. Ну, все, наверное, спать мы не будем. Смысл, все равно с утра двигаемся. Так, все, ищем подругу. Ищем подругу. Попробуем, что-то странно, конечно, с этим стволом. Не знаю, почему он не поставил на дробь. Попробуем потом у себя, да, на точке сделать. Может, какой-то казус в игре. Он должен ставить, там же новинки появились. И два ствола, и приклад, они автоматически он ставит. Я снял эти приблуды с других стволов. Не знаю, почему он не поставил. Так, это что такое? Сигнальная это. Шашка. Где-то рядом, да? Ну-ка, где-то рядом, ребят. Блин, самую жопу. Ой-ой-ой, так, тихо, что за дела? Что за дела? Во-во-во, мы рядом, мы дома, ребят. Так. Что с тобой, дорогая? Ну-ка давай, блядь, приходи в себя по-быстрому. Что случилось? Артём. Да, рассказывай. Ты меня звал. Тихо. Там я там звероёба пачка. Да, она пока ничего тебе не расскажет. Но я тебя услышала. Да. Ну и как бы я тебя одного... Ты мне всегда на помощь приходишь. Лучше бы поберегла себя. За меня не стоит переживать. Shit.